По результатам экзит-полов мажилис парламента по итогам выборов проходит три партии – Нур Отан, Ак-Жол и НПК. Партия Нур Отан по результатам набирает большинство голосов – 71,97%. Порог в 7% также преодолели партии Ак-Жол с результатом 10,18% и НПК – 9,03%. Партия АУЛ по предварительным данным набрала 5,75%. У Адала 3,7%. Отмечу, что пока речь идет только о результатах экзит-пол по парламентским выборам, тогда как следует дождаться официальных окончательных итогов парламентских и местных выборов, считает политолог Андрей Чеботарев. Не исключено, что каждая из пяти партий будет представлена в маслихатах разного уровня. К тому же опыт их участия в прошедших выборах позволяет этим партиям упрочить в той или иной степени свои позиции в регионах и активно участвовать в формировании региональной повестки. Тем более, что намерения руководства страны относительно проведения новых реформ обещают серьезно затронуть именно региональный уровень.